В начале еженедельного аппаратного совещания губернатор Сергей Морозов уведомил собравшихся о подписании паспортов ряда приоритетных региональных проектов. Среди них доступное дополнительное образование для детей, формирование комфортной городской среды, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и многие другие. На сегодняшний день неутвержденными остались только 5 приоритетных проектов, в том числе развитие монопрофильных населенных пунктов, пятилетка благоустройства и «Патриот-2030». Они должны быть полностью подготовлены и утверждены к 1 марта. Выполнение этих программ в ближайшее время будет определять жизнь региона в целом. Кроме того, озвучил губернатор еще несколько инициатив, которые воплотятся в жизнь. Например, рейтинг эффективной деятельности руководителей правительства Ульяновской области. Мы, конечно, обязательно внедрим онлайн-голосование, такое народное онлайн-голосование, для того, чтобы четко понимать, как вообще население знает, как оценивает деятельность того или иного руководителя. Ну, например, мы будем очень внимательно относиться к личной активной деятельности министра, в законотворческой деятельности, в нормотворческой деятельности. Переформатирована будет и работа правительства в сторону большей открытости. Чаще станут проводиться круглые столы, привлекаться эксперты к обсуждению проблемного поля. Вернется проведение дней муниципальных образований. Районы области в это время смогут делиться своими проблемами с правительством и получать адекватные ответы на поставленные вопросы. Правительство должно активнее вовлекать жителей региона в обсуждение распределения бюджетных средств. Глава области показал это на примере дорожного фонда. Коллеги, убедительно прошу вас, чтобы проекты программ у вас были вывешены на сайтах. Чтобы проекты программ, значит, обязательно были обсуждены в общественной палате и в общественных советах. Крайне важно, чтобы люди понимали, куда мы огромные финансовые средства, и, напоминаю, почти 10 миллиардов рублей, на 3 миллиарда больше, чем в прошлом году, мы направим. Не просто участвовать в обсуждениях, но и предъявлять повышенные требования к качеству оказываемых услуг. Глава области выступил против скоропалительного повышения стоимости проезда в маршрутках в Ульяновске и Димитровграде. Говоря, так сказать, о повышении с нашими партнерами из бизнеса, мы должны перед ними поднимать сразу эту планку вот именно на такое. А не на то, чтобы, так сказать, на ржавой, так сказать, маршрутке, так сказать, с отваливающимися колесами некоторые ездили, да, и потом говорили о том, что мне тут 24 рублей маловато, дайте мне 27 рублей. Ему и 30 рублей будет мало. Потому что у него есть проблемы, видно, так сказать, с пониманием ответственности перед людьми, которых он перевозит. После вопросов транспортных перешли к традиционным сезонным. Совсем скоро начнется весна, а с ней придет и большая вода. По словам зампреда правительства Сергея Люлькова, в области к паводку готовы. По состоянию 10 февраля установлено следующее. Администрация муниципальных образований Ульяновской области в целях предупреждения минимизации возможного ущерба и обеспечения безаварийного пропуска паводка в весеннее половодье 2017 года выполнены все мероприятия. Коснулись и случившегося прорыва на теплосетях в Димитровграде, где несколько домов остались вновь без теплоснабжения. Сейчас уже в городе Димитровграде находится рабочая группа из представителей Министерства теплоэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, промышленного дорожно-транспортного хозяйства во главе с министром. Вот сейчас они проводят комплексную проверку по тем фактам, которые были установлены. И в заключение о приоритетной программе «Пятилетка благоустройства», которой еще предстоит утверждение. О ней доложил куратор проекта Олег Медленко. Первой задачей для нас сейчас является обеспечение готовности к реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Что сделано в настоящий момент? Уже утвержден, как вы уже сказали об этом, Сергей Иванович, паспорт приоритетного проекта Ульяновской области, утвержден состав проектного комитета, подготовлен проект распоряжения о создании межведомственной комиссии с утверждением ее состава. Как отметил Олег Медленко, в реализации приоритетного проекта должны принять активную участие сами граждане области. Ведь в первую очередь нас самих должна интересовать красота и ухоженность родного края. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.